Доброе утро, мои дорогие! Мы начинаем новый влог. Можно так сказать, продолжение того влога, который вышел последний. Потому что я в том влоге стиралась. Вот, получается, и постельная уже высохла. Это, получается, снимала уже на следующий день тоже. Что в тот день, что в этот день, получается, все за 2 дня, все съемки мои. Так что сейчас мы пока сложим постельное белье все. Сегодня слаживаю дочь на 2 постельных, а у нее была подружка, пару дней ночевала. И вот поэтому 2 постельного дочь, это сына старшего. Макса постельно я не стала слаживать, погладить его нужно. В этот раз я не стала наши гладить, взрослые постельные, так как жарко и неохота лишний раз утюг включать, а максовская все равно надо будет погладить, как бы для ребенка все равно поглажу. Постельное я слаживаю вот таким вот способом, кладу внутрь в пододеяльник тоже все наволочки. Стараюсь тоже положить замок, который идет на наволочках по всей длине, получается, пододеяльника, чтобы не было именно куска на одной стороне такого плотного, чтобы это получилось ровненько. Все простыни у нас на резинках идут, и я, получается, слаживаю вот таким вот простым способом. Когда слаживаешь, тоже лежит ровненько в шкафу. Ну, у меня оно все равно лежит в коробке, его, в принципе, не видно. Но, как бы, раньше я хранила без коробки вот так вот, и оно, когда открываешь шифонер, лежит ровненько, красиво. Ну, а мы с вами уже переходим в столовую. Начинаем сверху, как всегда. Протираю сначала лампу. Давненько, конечно, я ее не протирала. Протрем картины, которые висят. Хочу постеры поменять, но у нас закончилась краска в принтере. Надо после зарплаты купить краску и уже что-нибудь с вами распечатаем новенькое. Протираю стол тоже раствором домашним. Хочу поменять клеенку. Хотя недавно только мы купили ее, вот это вот жидкое стекло. Но мне не нравится, как он лежит на нашем столе. Получается, вот эти пузырики, воздух вот этот весь под клеенкой никак не убираются и не очень красиво смотрится. И, наверное, заметили, мы здесь наклейки наклеили. Макс не хочет с нами садиться за стол? Привык уже как-то в зале на своем маленьком синем столике смотреть мультик и кушать. Но уже пора его приучать, чтобы он садился с нами кушать. И вот, чтобы ему интереснее было, мы с ним наклеили наклейки. Мы как-то в предыдущих видео показывали, что... Я показывала, что Макс купил себе наклейки эти. Ну, не знаешь, куда их эти наклейки наклеить, конечно. Так, куда-то на мебель я не хочу. А вот они, в принципе, хорошо снимаются. Их можно переклеить на другое место. Ну, пока вот наклеили сюда, на стол, чтобы, может быть, приучим все-таки Макса с нами садиться за стол. Протираю пыль на комоде. Помните, я вам говорила за эту картину как-то вот в предыдущих видео, что дочь принесла со школы ее. Они, получается, 8 классы, все ездили в одну школу. У нас здесь несколько школ, получается. И там представители разных фирм детям объясняли за свою работу, за свои, допустим, фирмы какие, да, вот там приезжали. И вот какие-то подарки детям делали, какие-то... Вот получилась вот эта картина. Я не знаю, конечно, что эта фирма там делала, что детям объясняла, как бы. Но вот получилось так, что эту картину, они отдельно были холсты, отдельно рамки вот эти все, и дети должны были сами выбрать, какой им понравился рисунок, и сами все это делать, как бы. Хрюшка та, получается, свинка розовая, она, получается, была с Тёнос. Это у нас называется такая мясная, как фабрика, или как сказать, мясной центр. Получается, там привозят свиней, и как бы их там, ну, вы понимаете, как бы. И рядом магазин тоже есть, и вот представитель с этой фирмы, получается, был, и надо было детям ответить на какие-то вопросы, я уже точно не знаю, какие. Вот, и дети как бы набрали, сколько баллов набираешь там, и, получается, выбираешь себе подарки. Вот дочь принесла вот эту вот свинку, принесла потом
такие, знаете, как записные книжки, вот, и детям очень понравилось. И кто-то для себя, может, что-то выбрал, какую-то работу, какая им понравилась, чтобы в дальнейшем уже проходить практику и как бы работать уже в дальнейшем. Ну а пока я вас тут заболтала, я уже сейчас допылесошу и помою пол. И в этой комнате будет чисто. Вчера я мыла, получается, кухню тоже чистенько. И пойдем еще на балконе сегодня порядки наводить. Давненько я уже не убирала там, как раз на выходных мы много проводим время там. Кушаем, чай пьем, и постоянно крошки там, и от цветов постоянно мусор тоже. Так что пойдем наводить порядки сейчас и на балконе. Да, у меня на балконе еще стоит такой мини-бассейн для Макса. На выходные сильно жарко было, и мы ему ставили вот как раз этот бассейн такой небольшой. У нас места много нет на балконе. А для Макса все равно, как бы, охота что-то, чтобы он так поигрался, посидел долго. В ванной это не сделаешь, потому что все равно в ванне прохладно. А здесь солнышко как раз светит на него, и хорошо он купается. Как раз надо воду слить. Сейчас уже, видите, сегодня ветер такой. Как бы тепло, но ветер сильный получается. Надо убрать полностью все, а то он все равно видит этот бассейн и хочет туда. Так что полностью берем туда. Мы не полный его, конечно, наливаем, потому что сильно он разливает, Макс. Но получилось 3 ведра. У меня я уже вынесла, вылила. И вот осталось чуть-чуть здесь цветочки полить. Мы не добавляли в эту воду ничего, она чистая. Ну, как бы и цветочки сразу полью. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Стряхиваю все с дивана сухой тряпочкой. Вы видели, я подушку тоже перевернула. Макс на днях кушал конфету и размазал. Там я, конечно, это пятно замыла, зачистила, но все равно пятнышко чуть-чуть осталось. Но сразу из-за этого одного пятнышка стирать как-то, закидывать неохота. Пускай еще полежит чуть-чуть, еще замарается, можно так сказать, и уже закину все подушки стирать. Бассейн тоже вот этот вот, как можно назвать, это можно сказать и песочница, можно туда и песок насыпать, и вот тоже как бы купаться в ней можно. Протерла ее и уберу на крышу, пока эти дни прохладненько, нам не потребуется. И все цветочки тоже решила какие поубирать, повыкидывать, они желтеют уже. Некоторые пообрезать тоже, завявшие. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Только пропылесосить там, но я не стала сразу пылесосить, так как Макс спал в спальне как раз и сильно будет слышно. Я уже отдохнула, конечно, успела, и вот делаю, можно так сказать, морс
чай холодный, как назвать. Вот такой вот чай я покупаю в русском магазине. Очень вкусный. Малинка, пахнет малинкой. Запариваю один стакан, получается, в кипятке. Один вот пакетик. И потом беру холодную воду, добавляю туда вот этот пакетик один. У нас графин небольшой такой. Ложу туда мед, лимон. И получается очень вкусно, когда вот особенно в жару пьешь воду много, сок какой-то, если начинаешь пить, конечно, еще больше пить хочется, а вот такой вот он получается не сильно сладкий, такой вкусный, я его ставлю постоянно в холодильник, и дети его хорошо пьют, и я, даже Макс, и то его такой вот любит, получается. Так что, девочки, смотрите, оно, как получается, холодный чай, да, так что мы вот такой вот часто делаем, решила вам тоже вставить, может быть, кто-то не знает, как делать напитки. У нас уже вечер, мы гуляем на улице, днем не выходим сильно, потому что сильно солнце светит, очень жарко становится, хотя вот часов, я не помню, мы в 5, по-моему, выходили где-то, 5-6, тоже солнце светило, здесь, конечно, на видео не сильно видно, что солнце светит, но было жарковато, конечно. Дети покачались на качели, у дочи опять подружка просто в гости пришла, как бы. Вот Макс бегает, это мы здесь на, как всегда вы, наверное, помните, это школа Гизаншуле. Мы здесь часто гуляем, Максу нравится. Здесь на качели он катается, конечно, я его одна не отпускаю, потому что, ну как, держу его постоянно, потому что качели это для взрослых. А вот такие вот, конечно, для подростков всякие, это им нравится. Ну, а Макс часто приходит сюда, то, что песок. Здесь очень большая такая площадка для песка. Конечно, она не предназначена, это игровая площадка, это вообще для детей. Они там прыгают на, как кто дальше прыгнет, или волейбол они там, по-моему, еще играют. Сетка вывешивается, когда начинаются у них уроки. А вот детям маленьким очень нравится вот в этом песке играть. Макс особенно любит играть со своим старшим братом. Прям сам бежит к нему, чтобы он балуется, старший брат, с ним. Вот он и как бы любит больше с ним проводить время на улице особенно. Вот, вот так мы проводим время на песке. Вот так мы играем. Всем огромное спасибо, что уделяете свое время. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить пальчик вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Я жду вас на своем канале всех. А кто уже подписался, огромное-огромное вам спасибо. Мне очень приятно видеть вас на своем канале. Ну а вам желаю всего-всего хорошего. Всем пока-пока.